Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Двойная порция. Сегодня мы с вами проверим средство Мистер Мускул для прочистки сливных труб всех видов. Кстати сказать, ссылочки на предыдущее видео я оставлю в описании. Загрузим в нашу импровизированную канализацию небольшое количество обычных волос до создания хорошей такой плотной пробки. Все, я думаю, вот столько будет вполне достаточно. И так же, как и в предыдущих тестах, хорошенько все внизу утрамбуем. Все, вставляем импровизированный слив. Кстати, хочу заметить, ни одно из средств не портит нашу канализацию, с учетом того, что мы снимаем уже третий раз подряд, и канализация, в принципе, в полном порядке. Ну и давайте приступим. Открываем наше средство. Кстати, это средство без частичек алюминия. И засыпаем примерно 1/3 из пакетика. Кстати, Мистер Мускул одно из самых дешевых средств. Оно дешевле, чем Уникум и дешевле, чем Шуманит. И все, заливаем наше средство обычной теплой водой. Мистер Мускул также справился с засором, но чисто визуально засор не растворен. То есть какое-то количество волос все-таки растворилось. Давайте попробуем добавить еще немного средства. Там идет какая-то бурная реакция, все кипит, просто обалдеть. Низ нашей трубы очень горячий, градусов, наверное, 65-70. Притронулся, в принципе, даже очень и очень горячо. Все, реакция полностью закончилась. Давайте попробуем промыть нашу канализацию. Смотрите. Смотрите, какие клочки, пучки волос вылетают из нашей трубы. Давайте откроем и посмотрим, остались ли не растворившиеся волосы в нашей канализации. Все, открываем и смотрим. Какое-то небольшое количество там внизу все-таки бултыхается. Очень сложно вам показать, так как там очень глубоко и темно. Но вода, в принципе, чистая, и волос там практически нет. Давайте попробуем слить. Все. И посмотрите, небольшой остаток какой-то полурастворившихся волос там, в принципе, присутствует. Если включить давление воды на поры из нашего крана, то все это хорошенько промоется. И вот такой интересный тест-обзор у нас сегодня получился. И как обычно, мы с вами можем заметить, дорого не значит хорошо. Мистер Мускул — самое дешевое средство по сравнению с Уником и Шуманит, но действует, в принципе, аналогично. Наш засор устранен, хоть мы и насыпали его два раза. Никаких последствий для труб он не несет, а прочищает, в принципе, как и дорогое распиаренное средство. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. А в описании под видео я оставлю ссылочку на предыдущие два видоса. Перейди, пожалуйста, посмотри. Пока!